Схема движения общественного транспорта изменится с 10 утра до 14:00. Так, маршрут номер 3 в это время не будет осуществляться. Автобус под номером 5 будет работать по расписанию с 6:30 до 8:38. Далее с 15:43 по расписанию. Маршрут номер 9 будет осуществлять перевозку людей по следующему маршруту. Зеленый Бор, Роза Люксембург, Вершинина, магазин «Пятерочка», Роза Люксембург и в Зеленый Бор. Автобус под номером 11 будет следовать по маршруту от Зеленого Бора по улице Роза Люксембург, Вершинина, магазин «Пятерочка», Роза Люксембург, Зеленый Бор. Маршрут номер 12 с 10 до 14:00 не будет осуществлять перевозку граждан. Также не будет работать в это время и автобус под номером 13. Автобус под номером 15 будет следовать по следующему маршруту. Березовая Роща, Зеленый Бор 2, Роза Люксембург, Вершинина, магазин «Пятерочка», Роза Люксембург, Зеленый Бор, Березовая Роща. Автобус 101. Его маршрут будет начинаться от улицы Вершинина, от магазина «Пятерочка». Далее Роза Люксембург, Зеленый Бор, Красная Горка, Зеленый Бор, Роза Люксембург и магазин «Пятерочка», что на улице Вершинина. Автобус под номером 104. Вершинина, магазин «Пятерочка», Роза Люксембург, Декабристов, Совхозное, село Мраморское, Совхозное, Вершинина, магазин «Пятерочка». Маршрут номер 105 с 10 до 14:00 не будет осуществлять перевозку граждан. А вот автобус под номером 107 будет начинать свое движение от магазина «Пятерочка», что по улице Вершинина. Далее проедет по улице Роза Люксембург на Декабристов, Совхозное, Косой Брод, Совхозное, конечная остановка на улице Вершинина, что у магазина «Пятерочка». Автобус под номером 109 с 10 до 14:00 движение по маршруту автовокзал «Коллективный сад Малахит» не будет осуществляться. 113 и 120 автобус будут работать по расписанию. Что же касается маршрута номер 145, то с 10 до 14:00 движение по этому маршруту не будет осуществляться, а 122 автобус будет работать по расписанию.